Вторая мировая война. Она унесла жизни 80 миллионов человек. Как такое могло произойти? Перенесемся в 1939 год, чтобы понять, во что верили те, кто присягал на верность Гитлеру. Они — бывшие солдаты Третьего Рейха. Что они хотят сказать тем, против кого воевали? Почему они пошли на войну? Чего боялись? И о чем до сих пор жалеют? Документальный фильм «Их война». Посмотрим и обсудим вместе. Открытый показ. В воскресенье на «Беларусь-1».